Проверить свою грамотность могут все желающие. На написание диктанта отводят ровно час. Какое произведение будут зачитывать на диктанте, пока держится в секрете. Зато известно, что каждый участник диктанта получит сертификат, подтверждающий уровень его грамотности. В прошлом году подобная акция прошла в 179 городах мира. В ней приняли участие больше 32 тысяч человек. В областном центре тогда писали диктант почти 400 человек.